Здесь в коробке стоит механика девятушная, пятиступка. Переходит в УАЗовскую раздатку, с УАЗовской раздатки в УАЗовские сцепления, с УАЗовских сцеплений в два Волговских моста. То есть как тут на левый борт стоит свой мост, а на правый стоит свой. Потому что я же ездить буду не по трассе, правильно? А по кустам. Вот здесь был капроном. Газелевский стоял, но он развалился быстро. Поэтому надо сделать металлический. Это надежней. Начнутся бураны в феврале, тут будет караул. Зачем мне кидать лопаты, когда у меня есть на чем почистить. Это пук для вспашки земли. За ним стоит картофелекопалка. На картофелекопалке стоит культиватор сплошной обработки для подработки земли перед посадкой. Это картофелесажалка, которую я нынче садил. Вот в этом заключается весь юмор этих самоделок. Просто можно взять из ничего и сделать что-то. Но почему нет? Было бы маленько фантазии в голове и желания. Самое главное в этой жизни – это желание. И все. И все остальное будет.